ведь не веришь, не дышишь, не обмани, не пропади, ведь это все в себе знаешь. Нежность моя не растеряна, на семи ветрах не развеяна, по пустякам. Какая ты золотая, я серебряный. Мы, кстати, могли бы в этом костюме с тобой вместе вести это шоу? Могли бы. Давайте будем вести это шоу. Не, ну ты в этом костюме теперь будешь сиять среди нашей потрясающей сотни рядом с Сергеем Лазаревым. Мы ждем. Большим удовольствием. Не первый раз мне... У нас сегодня спецсезон. Спецсезон, ты знаешь об этом. Я знаю, конечно, конечно. Соревнуются только вокальные коллективы. У тебя, ну, что-то тебя связывает с хорами? Конечно. Слушай, я пела, в каких только хорах я не пела. Разный совершенно репертуар, и народный, и классический, и детские песни. В общем, так что только нас... не приходилось делать. Валерия, так ты у нас певица «Все включено». Ну, можно сказать и так. Вот нам такой эксперт необходим просто на стене. Ты мне прямо сейчас, я уже почувствовала особую ответственность. Просто я уже начинаю особенно волноваться. Но я знаю, что сюда приходят всегда только невероятно талантливые исполнители. С каждым сезоном все круче и круче. Ребят, на нас лежит такая ответственность, правда. Поэтому я понимаю, ты продолжаешь к нам ходить. Мы за это тебя очень благодарим. Еще раз спасибо за блистательное выступление и потрясающий вокал. Спасибо. Валерия, приглашаю тебя занять сотое место рядом с лидером сотни. Добрый вечер, друзья! Испокон веков люди собирались вместе и пели, переживая потрясения или отмечая победы. 5 человек за семейным столом или 50 человек на уличном празднике. Всех их объединяла любовь к песне. Мы же сегодня собрали больше 200 вокалистов, потому что событие у нас особенное. Очередной отборочный тур самого грандиозного вокального шоу. Ну-ка все вместе хором! С
Следить за порядком за этом музыкальном празднике будет вокальная полиция. Они не оставят незамеченной ни одну неверную ноту. Потому что в их рядах есть представители всех известных музыкальных жанров и направлений. Певцы, авторы, композиторы, музыканты, преподаватели, профессоры и лауреаты престижных конкурсов. Они самое масштабное жюри в истории телепроектов. Наша сотня! А главным шерифом выступит бессменный лидер этого специального подразделения – Сергей Лазарев. Добрый день, товарищ майор. Здравствуйте, уважаемые зрители. Привет, Коля. Привет, сотня. Ну, что-то от работы шерифа действительно есть. В нашем случае здесь мы постоянно разыскиваем людей. Ярких, новых, талантливых, способных поднять на ноги всю сотню экспертов. Друзья, предупреждаю. Мы обязательно сегодня вычислим лучших. Удачи всем! В специальном сезоне нет никаких специальных правил, кроме одного. На этой сцене соревнуются только коллективы. Они выходят на сцену и поют так, чтобы как можно больше экспертов встали и начали подпевать. Сколько человек на стене поднимется, столько баллов и получат участники. Три лучших коллектива займут места лидеров, но только два из них окажутся в финале, где сразятся за звание победителя и большой денежный приз – 5 миллионов рублей! Сотня, вы готовы? Мы начинаем очередной отборочный тур спецсезона вокального супершоу. Ну-ка, все вместе хором! Вы, как никто другой, хорошо разбираетесь в вокальном, в хоровом пении, ансамблевом. Насколько еще разбираюсь? Да нет, вообще вы разбираетесь и все, делаете все шикарно, лучше, чем мы. Первому выходить всегда сложно. Это ответственность большая, открывать. И, как правило, сотня строже оценивает самого первого участника, чем остальных. Привет, друзья! Мы хор мам. Мама Мия! Нашему коллективу пятый год. Он возник из желания выделить отдельно группу поющих мам. Я не только директор арт-центра, но и действующий педагог. У нас есть группы «Мама и малыш», где мамы поют своим деткам. И хотелось дать им дополнительную возможность творчески реализовываться. В нашем коллективе нет профессиональных вокалистов. Все участницы – люди разных профессий. Мы поддерживаем семейные ценности, и поэтому у нас есть как отдельные номера, где выступают наши детки, естественно, номера, которые готовят мамы, но мы готовим и совместные номера, и таким образом у нас творчество ребенка с мамой, эмоциональная связь. И это наша миссия – больше творчества в каждую семью. Можешь сказать, что у нас даже беременные несколько были, ходили. О, кстати, да, это круто. Почему они уменьшаются? Потому что они уходят в декрет на заслуженный отдых, да, и потом возвращаются. На заслуженный отдых, декретный отдых. Я просто как руководитель, еще как педагог, работаю и с беременными через дыхание и пение. И вот это как бы тоже такая, можно сказать, особенность уникальная. И у нас и девочки беременные поют всю беременность, потом рождаются дети. Дети чуть-чуть подрастают, снова девочки приходят уже с подросшими детками, тоже поют. Я очень надеюсь, что сегодня будет фольклорный коллектив. Да. Но первыми мы встречаем не фольклорный коллектив. Вау. Красиво, стильно. Поп-музыка. Да? Эстрада. Мне кажется, эстрада. Поп-музыка. Да, добрый вечер, уважаемые судьи и зрители. Мы из города Екатеринбурга. В нашем хоре только мамы. Мамы разных профессий. Класс! Ждем вторым номером пап. Мы коллектив любителей пения. И мы очень хотим подарить вам радость и хорошее настроение. На сцене хор мам. Мама Мия. Столько харизмы вообще. Давайте, не бойтесь. Молоденькие, красивые, модерновые, стильные, современно очень. Теперь что будет со всем этим петься? Вот это самое интересное. Они мамы в первую очередь. Да. И поэтому все, что они будут делать, это будет хорошо.
А что значит любительское пение? Значит, кто любит, а не за деньги. Вот что это такое. Прям бодренькое что-то. Очень бодренькое. Давайте посмотрим, сколько голосов набирает коллектив «Мама Мия». Екатеринбург. 70 голосов. Яночка, первый вопрос. Где ваши мужья? У них свой хор, Коль. С детьми. Хор «Папа Пия» позже выйдет. После наших занятий. А наши дети поют вместе с нами. В то время, когда поют мамы, дети тоже поют. У нас на стене все примерно так. Папа работает. Давайте начнем сразу же с Валерии, с нашего гостя. Замечательная мама, могла бы петь в вашем хоре. Я хочу сказать, я должна была встать еще до того, как вы начали петь. Я не могу не поддержать мамочек, которые занимаются таким прекрасным, благим делом. Понимаете, вот вы поете, вы дарите друг другу хорошее настроение, вы дарите настроение своим зрителям. Соответственно, вы такими возвращаетесь в свои семьи. Дети счастливы, мужья довольны. Боже мой, пойте на здоровье! Семейная идиллия практически, я бы сказал. Ну да. Надежда. Ну что, царица русской песни нашей стены. Как вам выступление нашего потрясающего коллектива «Мама Мия»? Это любительский у вас коллектив, да?
Ну и тогда, ну, что говорить? Прекрасно, все нормально. Влюблена. Все хорошо. Вы любительский коллектив? Влюблена! 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 Вы знаете, когда душа поет, все поет. И в семье хорошо ладится, и в душе, и в сердце, и у народа тоже. А рядом с вами стоит эксперт Николай Бурьяновский. Друзья, давайте поаплодируем. Для меня сегодня огромная честь. Я рядом с вами на удивительном, прекрасном мировом шоу «Ну-ка все вместе». И хочу сказать, что коллектив главное, что сделал, спел сердечно, душевно и в едином вокальном порыве. Супер! Ну что, Андрей Биль? У меня есть своя привязанность. В центре стоит девушка, которая абсолютно мне по вкусу. Она фронт-вумен этого хора. Правда, ей не дали микрофон, но я голосовал за нее, когда вставал. Это Ирина. А ее на какой слышно секунде? Без микрофона. Да, на какой секунде образовалась привязанность? Привязанность на первой, встал на последних. Девушки, конечно, еще есть над чем работать, но все впереди. У вас и дети маленькие, так что вам еще предстоит лет 10 как минимум петь вместе. Да, поднимите руку, у кого один ребенок, у кого два, у кого три. Вот, в Госдуме надо какую программу. Да. Прорабатывать. Создавайте хоры, и будет вам прирост населения. Конечно. А вот Альберт Джалилов почему-то не встал. Он на две головы выше нас. И поэтому, когда он встает, мы все выглядим как карлики. Поэтому я говорю, дайте мне табуретку. Мне не дали встать. Когда встанет говорит, Альберт, сиди. Я буду с ним вровень. А вы ему выкопаете там небольшую ямку, и все. Я тогда уже протоптал, вы будете вровень. Протоптал. Ну, я понимаю, что дело не в росте. Ну, не вставай, да, теперь сиди. Потрясающий коллектив. Это нацпроект на самом деле. Представляете, есть детские комнаты, это мамская комната. В каждом коллективе дети идут на занятия, мамы идут в хор. И все довольны. Дети радостны, мама радостна, и отцы счастливы. Прекрасная идея. Не хватило разнообразия, может быть, только единственное что. Вот хотелось какие-то, может быть, сольные кусочки, чтобы были. Да, чтобы это было более оперто, если мы про вокал говорим. Но в целом это настолько потрясающе и по-доброму, что... Ну, я увидел, что все встали и думаю, ладно, я тогда останусь. Ну, они тебя запомнили. А самое главное, отцы. Я скоро буду в Екатеринбурге, уже боюсь, честно говоря. Да. Тебя прямо в аэропорту отцы будут встречать. Ну что ж, хочется обратиться к отцу-основателю мужского коллектива. Михаил, здравствуйте. Всем привет, друзья. Девочки, а сколько вы существуете? Может, один нескромный вопрос? Не подписывайте с ним никаких контрактов. Уже 5-й год. Шикарно. Вы знаете, вот мое многолетнее наблюдение говорит о том, что если люди поют без гонорара, они точно очень хорошие люди. Во-первых, вам за это спасибо, что Коль, вы собираетесь... Понял? Колечка, понял? Ты так себе человечек. Я очень плохой человек. Я такой плохой человек. Да, если артист поет за гонорар, он может быть разным. А вот любители, они всегда... поют от души. Я вас поздравляю, это отличный результат. Спасибо. Вы хорошо спели, развивайтесь, и все будет хорошо. Сергей Лазарев. Дорогие наши мамочки, ну вот если бы у нас шоу называлось «Мама года», то вы бы точно каждая получили бы награду и горел бы желтый квадрат. Почему я не встал? Пели вы первую всю часть не очень стройно. Вы привыкали друг к другу, к звуку здесь, и это, конечно, сказалось на общем впечатлении. Мне кажется, что адекватная цифра 70. Я вас поздравляю с этим результатом. Вы очень смелые, вы, безусловно, талантливые, и дети вами точно гордятся, и мужья тем более. И вдохновили многих мамочек. Да. Хор «Мама Мия». Блестящее начало. Просим представителя занять первое место в тройке лидеров. Молодцы, девочки. Зато их увидит весь Екатеринбург, вся страна. Да, круто. Вот ездит по области. Энергетика потрясающая. Да. Правда, материнская какая-то теплая. Так сейчас весь Екатеринбург, все папы, родственники, дети. Вот ты маму видел на экране. Выступил только один коллектив, а такое ощущение, что все рекорды громкости нашего проекта уже побиты. Но что-то мне подсказывает, что это не последний раз. В эфире специальный сезон самого громогласного вокального шоу. Ну-ка все вместе хором мы продолжаем. Мне вот интересно посмотреть коллективы такие вот 4-5 человек поменьше.
Потому что с хорами все плюс-минус понятно, да, там, ну, строй держать, а вот именно там уже больше так, и на сольные куски будет разбиваться. Чем меньше хор, тем сложнее отладить его звучание, конечно. Чем он меньше. Потому что когда чем стоит... меньше? Конечно. Когда стоит толпа, все это замешивается в общем саунде. Всем привет! Мы вокальная группа «Вива». Собрались мы 8 лет назад, в 2015 году. Каждый из нас пел в том или ином оперном театре, в мюзикле. И когда собрались, мы поняли, что нужно сохранить главную фишку коллектива. Мы все абсолютно разные и в музыке, и во внешнем виде, и в образе, и в вокальном мастерстве. Поэтому мы все индивидуальные и не похожи друг на друга. У нас 5 мужских голосов. Бас, бас-баритон, драматический тенор, лирический тенор и... И Стас. И Стас, рокер. Здравствуйте! «Вива» — это итальянское восклицание «Да здравствует!». И наше существование на сцене — это само по себе восклицание. Мы здравия желаем всем. 5 здоровых мужиков на сцене в костюмах поют и танцуют. Мы стараемся внутри коллектива сохранить индивидуальность каждого солиста. И в этом наша изюминка. Поэтому поем фальшиво. Фальшиво, да. Па-па-пара-пара-пап. Давай. Все. Давай. Вы сняли? Они сразу захотят послушать. Сразу, да. «Вива», для вас поем фальшиво. Это новый слоган. Мужчины. А, мужчины. Смотри, как Дашка обрадовалась мужчинам. Красавчики! Здравствуйте! Ой, здравствуйте! Мы вокальная группа «Вива». Каждый из нас родился в разных уголках страны, от Москвы до Владивостока. А собрались мы 8 лет назад в Москве. Это... Пошел хор турецкого чуть-чуть. Сразу и поперла силушка-то сценическая. Крепкие ребята. Дашка, выбирай. Все красавцы. Все хорошие, смотри, да. Все красавцы, как на подбор. Можно готовы, я уже встану? Готовы. Можно я уже встану, пожалуйста? Я уже готова. Вау! Белая ночь опустилась, как облако. Ветер гадает на юной листе. Слышу знакомую речь, вижу облик твой, ну почему это только во сне? Вот это и есть свободная, классная. Белая ночь, сирени и листву. Ветер качает то робкий, то смелый. Белую ночь, в час, когда я усну, мне сон удивительно белый. Птица взмахнет волшебным крылом, и я появление твое угадаю. В белую ночь мы с тобою уйдем. Куда я не знаю, куда я не знаю. Куда я не знаю, куда я не знаю. Небесная высь, жаль, что видения мои все короче. Сон повторись, я прошу повторись, но так коротки эти белые ночи. Сердце одну надежду даю, чуть-чуть так, и восходящему дню улыбаюсь. Верю, что я не во сне наяву. Но тембристы. С тобой встречаюсь, с тобой повстречаюсь. Белая ночь опустилась, как облако, ветер гадает на
Основная мелодия просто куда-то, она периодически то была, то не была. Классные. Классные, классные. Интересные. В них есть прям стиль. Ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим, сколько голосов набирает группа «Вива». «95 голосов». Ну что ж, потрясающий результат. Я стою здесь с хором турецкого, с представителями, да. У вас в коллективе демократия, да? Потому что вы руководителя отсадили подальше. Михаил, как вам исполнение, ребят? Да замечательно. Вы знаете, очень сложно в квинтете работать, я по себе знаю. Даже в квартете проще, чем в квинтете. Один голос все время будет какой-то выбиваться. И какой выбивался? Нет, нет, у них ничего не выбивалось. Работа проделана потрясающе. Ребята просто молодцы. Спасибо огромное. Спасибо. Есть что добавить? Николай, несмотря на то, что я знаю 80% этого коллектива... Рассказывайте, кого знаете? Значит, Филипп. Это мой одноклассник. Да. Фил, рад видеть тебя. Это взаимно, Коля. Да, ну ты изменился вообще, не узнать. Филипп, Миша, Саша, Коля и... Стас, привет, меня Паша. Вот и познакомились. Понимаете, сразу видно, что профессионалы. Сразу видно, что у каждого есть высшее музыкальное образование. Но поскольку у меня есть еще и театральное образование, каждый солист выходил петь, и я смотрел, что творится, как говорится, на заднике. Все проживали. Отличное выступление. Браво, молодцы. Боже мой, я иду во времена своей молодости. Солистом группы «Эксмиссия» Андрей Валентин. А где двоих-то потеряли? Господи, привет, 100 лет, 100 зим. Ну, сколько лет прошло вообще? Много. Сейчас скажу. Держи микрофон. Да. Ты еще можешь. 97-й год. Да это вообще. В Питере. В Питере, первый раз. На музыкальном ринге. На музыкальном ринге встретились, да. А потом поехали в клуб. Да? Да. Отмечать. Отмечать. Ну, ребят, давайте поаплодируем, во-первых, легендарной группе. Слушайте, вы очень хорошо, ребят, молодцы просто. Во-первых, синхрон. Ну, для нас это очень важно, потому что мы всегда профессионально танцевали на сцене, и для нас очень важно, чтобы ансамбль работал синхронно. Молодцы. Спасибо. Спасибо. После мамочек очень сложно оценивать мужчин, сильных, уверенных. Ребята встали, как Майкл Джексон, в точку, и все сказали, да, мы будем вставать. Ну, девчонки там особенно. Что хотелось бы вам пожелать, ребята? Акцентировка должна быть еще сильнее, это лично мое мнение. Второе, если вы финалите, то это должно быть так. Фам! Да, точка. И постойте, не уходите с точки. Постойте, пока там, аплодисменты не взорвут вас, вы еще можете постоять какое-то время, а потом расслабитесь, да. А если тишина, стойте, пока не зааплодируют. А вот у нас на стене присутствует один из легендарных стилистов, художников, дизайнеров и в то же время певцов. Алишер, давайте поаплодируем. Не вставай, ты сидишь в красном квадрате. Пацаны, извините, вы крутые, я не спорю. Я знаю, я уверен, я это вижу, что вы на концертах рвете. Это все мне понятно. А я очень люблю с детства эту песню. Можно сказать, я на ней вырос, Салтыкова. И вот я сейчас послушал конкурс 5 разных крутых вокалистов. Ну, знаешь как, а сейчас ты споешь, а сейчас ты. О, а я такой, я уже вообще забыл про песню. А мне хотелось, чтобы у них была какая-то спираль между ними. Я сейчас хотел услышать цельное произведение, песню. Алишер, мы оставим из твоего спича только одну фразу. Пацаны, извините, все. Да, окей. А следующая извиняется Валерия Лисовская. Ой, неожиданно, кстати. Ребят, видно, что вы профессионалы, но я вас испугалась. Вы меня, даже меня в таком виде, да, испугали. Объясню. В какой-то момент мне показалось, что костюм у вас на липучке. Вы сейчас их снимете, и перед нами будет 5 стриптизеров. А не случилось, вот, поэтому реально, не нажала. Я испугалась, вот разделись это... бы, нажала. А на самом деле так и есть, просто мы оставили это на второй номер. Простите, вначале было не стройно, и солисты тоже не всегда стройно пели. Мы, мужчины, не сразу раскачиваемся. Говорю, как дирижер-хормейстер, служу России. Против этого не попрешь уже, все. Да. После этого слова ничего уже говорить нельзя. Обезоружила, да. Обезоружила. Блистательная Валерия. Виктор Салтыков с этой песней в 1984 году получил широчайшую известность. Что сегодня получили ребята после выступления?
Я думаю, ребята приобрели колоссальную аудиторию, потому что не осталось равнодушных абсолютно. Ну, есть некоторые товарищи отщепенцы, которые не встали, но в целом... Отщепенцы-неудачники. Я считаю, что практически в едином порыве. Но действительно, вышли, мы сразу почувствовали вашу энергию. А энергия — это то, ради чего мы вообще ходим на концерты, и ради чего, как зрители, да? И ради чего выходим на сцену тоже. Поэтому уже большая удача. Вот от вас сразу в зал полетел вот этот мощный такой энергетический поток. Это было круто. Спасибо большое. Спасибо, Валерия. Но если лидер сотни стоит, это еще не значит, что он будет говорить приятные слова. На этот раз я буду говорить приятные слова. Во-первых, я очень рад видеть Николая Тимохина. Вот ты видишь, Николай, какая у тебя сегодня другая была подача. Понятно, что песня другая, но тем не менее, с другим настроением ты вышел, все, ты сразу расположил. Вот просто, во-первых, улыбка, которая, оказывается, у тебя есть. Роскошная. Конечно, есть. Вот. Он ее просто сделал, наоборот, после пятого сезона. После предыдущего сезона ты просто, да, ее сделал. Относительно выступлений, друзья. Плотное, уверенное мужское выступление. Вообще хочу обратить внимание на то, что как-то сейчас у нас в стране не так много коллективов, групп. Ну, раньше, да, мы вспоминаем, «На-на», «Экс-миссия», какие еще коллективы? «Веселые ребята». «Премьер-министр». «Премьер-министр», да, были группы. А сейчас групп как-то не стало. Поэтому я хочу, чтобы этот сезон открыл для нас новые группы, и чтобы они гастролировали, чтобы они выпускали свои песни. И я желаю вам этого, потому что вы этого достойны. Вы молодцы. Спасибо. Это очень приятно и очень важно. Группа «Вива» набирает 95 баллов и занимает первое место в тройке лидеров. Браво! Красавчики, стройные все. Мне очень понравилось. Я прям любовался, я думаю, да. Какие красивые мужчины, поющих, двигающихся. Это вообще девчонки молодые, вообще я не знаю как. Слушай, красавцы. Вот я думаю, в этот клип и в это выступление влюбятся просто реально очень многие. Я просто желаю, чтобы они вошли в финал. Ну, да, они просто крутые, ребята. Для финала точно достойные. Очень клево, очень клево. Каждый по себе сам звезда в коллективе, а тандем состоялся. Выполнили настолько четко вот между собой поставленные задачи, договоренности, что это получился потрясающий продукт. Выступать перед сотней очень волнительно. Об этом говорят даже именитые мастера. Но когда рядом с тобой плечом к плечу стоят товарищи, ты чувствуешь себя намного увереннее. Это один из важных нюансов специального сезона самого масштабного вокального шоу страны. Ну-ка, все вместе! Хором! Я бы еще какой-нибудь джаз послушала с удовольствием. Хоть я и народница, ну и что? Всем привет! Мы ансамбль Sony Sisters из города Москва. Меня зовут Соня, мне 15 лет. Меня тоже зовут Соня, и мне 17 лет. Меня зовут Соня, мне 16 лет. Меня тоже зовут Соня, и мне 15 лет. Меня зовут Алена, и мне 15 лет. Теперь вы, наверное, поняли, почему мы называемся Sony Sisters. 3 года назад наш коллектив был сформирован. Он сформирован был в детской музыкальной школе имени Лядова. И мы все в ней учимся. У нас замечательный педагог Надаришвили Екатерина Багратовна, которая нас нашла. Так получилось, что... Она была участницей последнего сезона шоу «Ну-ка, все вместе». И там мы сидели в группе поддержки и очень вдохновились идеей участия в данном проекте. Угу. И теперь мы здесь. Изначально у нас не было коннекта, то есть мы друг друга не чувствовали. Это было как-то кто в лес, кто по дрова. А сейчас мы сплотились. И большая дружная семья. Многих интересует, как мы вообще понимаем, кто должен откликнуться, если вдруг кто-то зовет Соню. Мы в основном обращаемся друг к другу по фамилиям, ну и у нас есть прозвище. Я Соня Борятина, но мои друзья называют меня... Друзья? Друзья, точно. Мы с тобой просто друзья. Уверена, как уточнила. Это все было фальшиво. Я хотела айконта. Мы сейчас распадемся на этом интервью, я серьезно говорю, мы не выйдем. Я Соня Борятина, но мои друзья называют меня Бобр. Я Соня Полозова, но меня называют Ползовик. Я не Соня. Next. Мы поем в очень разных жанрах, от акапелла до рока, но основное наше направление — это джаз. По вокальным данным мы все очень разные, но вместе мы звучим просто шикарно. Ух ты, какие звезды яркие!
вот это сейчас зажгут. Молоденькие прям. О, да. О, они прям совсем молоденькие. Вот это огонь. Здравствуйте. Мы ансамбль Sony Sisters. Мы любим джаз, бриллианты и блистать. Труда! Сейчас возьмут эти харизмы. Вот если будут движения хорошие, синхронные, танец да, и плюс еще вокал. Во-первых, это красиво. The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer английский хороший. A man who leads. И она свободно поет, мне нравится. Никуда не торопится, спокойно. Давайте посмотрим, сколько голосов набрал ансамбль Sony Sisters. Песня переводится с английского как «Лучшие друзья девушек» — это «Бриллианты». Сколько бриллиантов отсыпали наши эксперты? О! 82 голоса — это прекрасный результат. Девчонки, скажите, пожалуйста, а не ваши мамы выступали в самом начале? Нет, пока что не наши, но наши тоже будут выступать, мы уверены. А, да? С такими-то детьми. О! Да, молодец, дерзко. Первым из наших экспертов, даже еще когда не прошла световая волна, подскочил невероятно кто, вы не поверите, H23. Хип-хоп-исполнитель. Любишь ли ты так джаз, как его люблю я? Он любит бриллианты, скорее всего, как любой хип-хоп-исполнитель. Вы понимаете, девчонки молодые, и они на таких уверенных щах вышли. Девчонки, уверенные щи — это лучший комплимент от H23. Подборка такого репертуара в
таком раннем возрасте и так проживать этот репертуар, это вообще отдельная история. Вы четко понимали, о чем вы поете, как вы поете, и у вас реально все впереди. Спасибо большое. Спасибо, спасибо большое. Браво, браво, спасибо, Аш. Боже мой, боже мой. Разбойницы с большой дороги. Мы встали, во-первых, sisters. Это сестры. Раз. Раз. Второе. Мы уже похожи. Ребятки, я знаю, что такое ансамбли. Это так тяжело, потому что вот в ансамбле каждый хочет показать, что он лучший. Вот в нашем дуэте я даже еще в утробе маменьки так хотела выделиться, что вышла первая на 15 минут. Ленка так в жизни и на 15 минут дальше плетется со мной. Но она на 15 минут моложе выглядит. Да, да. Я очень рада, что этот проект именно ансамблевый. Да здравствует, ну-ка, все вместе. Ура! Хором! Молодцы, выучили это. А сейчас этот человек разложит все по полочкам, дорогие девочки, потому что он почти что в таком же пиджаке, как и вы, только вы серебро, а он нефть. Да, Андрей Солод с Ольгой Попковой сели и что-то ждут. Я хочу вам сказать, что все-таки здесь для меня превалировал именно ансамбль. Каждая из вас все-таки сейчас, услышьте меня, пожалуйста, больше солистка, чем одно целое ансамблевое, которое вообще должно быть одним ядром. И вот, допустим, у ребят это состоялось по причине того, что они четко поставили перед собой задачу, которую они должны выполнить. А ведь они тоже каждый по себе солист. И они абсолютно не сливаются в своем ансамбле. Но у них абсолютно четкая была арифметически выстроенная траектория выступления и подачи. У вас пока этой подачи нет. Вы Андрюша, пока время. Юные для этого. Дуб скоро сколько придет. Сколько лет они поют, придет а сколько время. Лет девчонки. Поэтому ну мы же сейчас говорим Этери, о том, чтобы они стали только лучше. Этери, дорогая моя. И забудьте о том, чтобы в вокальных партиях петь все-таки с таким количеством вибрато это не работает. Подумайте на своих репетициях, пройдите вот эти вибрато-строчки, уберите его, тогда все сложится. Удачи вам, удачи и удачи. Спасибо. Боже мой, с каждым сезоном ты все моложе, красивее, стройнее, а сейчас просто бриллианты засияли на твоей роскошной груди. Ну какие песни, такие бриллианты. А я думал, какие ученики, такие бриллианты. Ну, не без этого, да. Не без этого. Ну, что скажешь? Вы все Сони, правильно я помню? Мы все Сони, кроме Алены. Да, кроме Алены. Все Сони, кроме Алены. Алена, не дело так, конечно. Алена не спит. Когда Соня номер один начала петь, думаю, я первое, что воскликнула, говорю, какой тембряк. Каждая, кто перехватывал соло, у вас роскошные тембры. Только удачи. И, Андрюша, я с тобой не соглашусь, пожалуй. Вибрато в группе. Нужно просто репетировать. А так я же про это и сказал. Ты сказал, что убрать надо. Я сказал, ты сказал его что надо убрать. Привести в чувство. Ну-ка, давайте, быстро, давайте. Подождите, может быть, я оговорился, его не надо убирать, но его нужно дрессировать. Заслуженный дрессировщик российской эстрады Андрей Солод. Валерия, а что тебе есть добавить про вибрато? Конечно же, нужно репетировать вибрато, чтобы оно было, ну, чтобы оно в резонанс входило, чтобы оно было не в разнобой, это понятно. Но что мне хочется сказать? Девочки такие юные. Начало было потрясающе, где каждый о себе заявил, продемонстрировал свои возможности вокальные. У вас потрясающие тембры. А представляете, какими будут эти голоса, ну, лет через пять? Да, они еще такие юные, а уже такие, с таким потенциалом колоссальным вокальным. И еще возраст такой, самоидентификация, как мне кажется. Еще все такие солисты. Не пришло еще вот это чувство коллектива, но оно обязательно, если вы останетесь именно таким составом, оно обязательно вас настигнет. Это неизбежность. Будете работать в этом направлении. Я, например, получила большое удовольствие. Спасибо большое. Спасибо большое. Мне показалось, что вот в исполнении было много манеры. Вот манеры было больше, чем уверенного вокала. Да, это был какой-то мюзикл. Вполне мюзикл, но хотелось от вас другого. Слушайте то, что вам говорят эксперты, принимайте это во внимание, и я уверен, что дальше будет выступление на все 100. Спасибо. Ну что ж, не хватило Спасибо. Уверенности, зато вы уверенно занимаете второе место в тройке лидеров.
Приглашаю вас. 82 балла набирает коллектив Sony Sisters. Молодцы, девочки. Ну да, тут явно просто ему опыта еще не хватает. Маленькие вот, такие. Да, маленькие Ой. Девочки еще. Такое ощущение, что баскетболисты и черлидерши. Смотри, видишь? Ну, хорошие, да, хорошие девочки. Ну, ровно все, ровно. И правильно Сережа сказал, что они игрались. Да. Ну, у них возраст такой. Какой? Какой? Играющий. Поиграться. Да, в нашем специальном сезоне участвуют только коллективы, но увеличить подиум лидеров так, чтобы на нем поместилось 100 человек, просто невозможно. Иначе это будет еще одна стена, только лежачая. Поэтому мы приглашаем в тройку только по 2 представителя от каждого коллектива. А остальные счастливчики могут пока отправить голосовое родным. Ура, мы в тройке! А мы с вами встречаем следующих претендентов на финал. Ну-ка, все вместе хором! Хочется хор настоящий. Пока маленькие коллективы, маленькие. Вот хочется все-таки большой какой-то хор, чтобы был мощный звук, многоголосие хочется. Так, чтобы душа развернулась. А вот сейчас я жду народников. Это не стол заказа. А что, мужчины были, джаз был, мамочки были, народников да. не мамочки, хватает. Мамочки, это вообще просто какой-то будет теперь отдельный жанр. Всем привет! Мы – народный хор Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей, отделение хорового народного пения. Мы – народный коллектив от колледжа. У нас всего... Три мальчика. Три мальчика и остальные девочки. И остальные все девочки. К большому сожалению. Очень мало мальчиков идет к нам на отделение учиться почему-то. Хотелось бы побольше. Нам нужны мальчики. Наш хор поет фольклорные произведения. Стараемся выбирать авторские произведения именно своих земляков. Мы не только поем, но еще и танцуем, ставим театральные постановки на сцене и также можем сами себе подыгрывать, играя на музыкальных инструментах, такие как гусли, аккордеон, баян, бубен, рожок, что у нас еще? Балалайка, трещотка, трещотки, гуглы. Мы выступаем в народных костюмах, стилизованных в Воронежской области, носим традиционные русские украшения. У нас даже девочки некоторые сами научились их плести. Вот маниста, гайтан, все это носим и не изменяем нашей русской, южно-русской традиции. Мы отличаемся от других коллективов, то, что мы молодые, заводные, яркие, готовые нести русскую песню в массы. Вау! Ой, какой большой хор. Вот сейчас убьют всех. Здравствуйте, уважаемая сотня. Вас приветствует народный хор Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей. Ну-ка, сотня! Ну-ка, вместе! Дружно встанем в хоровод! Мы споем для вас и спляшем! Расподешим весь народ! Просто раз и накатили. Отлично, молодцы. Она даже говорит, как поет. Ну-ка, и ты такой, куда жать? Платки как? Что? Нет. Да, барановские платки. А вот в середине тоже белгородские костюмы? Красиво вообще. Я не верю, что это живьем!
странно, однообразно. Да, 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 гармонии, я твоя рот, Тимоне! Давайте посмотрим, сколько голосов набрал народный хор Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей. Девяносто четыре голоса. Ну, девчонки, ребята, что я могу сказать? У меня было ощущение, что начались колядки, а я без конфет. Первое, что бросается сразу в глаза – то, что в этом коллективе все молодые, задорные, веселые. Ну, это прекрасно. Я остаюсь с нашими народницами, роскошными. Заслуженная артистка России Олеся Евстигнеева. Посмотрите, она в национальном. А ты опять с Дубровки. Я Кармен, испанский. А ты Кармен? Ты Кармен. Тогда, когда выйдет испанский коллектив, я подойду к тебе. Олеся, ну... как тебе это исполнение? Друзья мои, я безумно люблю этот жанр. И вы яркие представители, хранители национальной культуры. Спасибо вам огромное. Это потрясающие костюмы, потрясающая энергия. Вы действительно несете традицию. Я вам благодарна за это всем своим сердцем. А я возвращаюсь к моей Кармен. Марина Фирсова. Девчат. Там и пацаны тоже есть. Мальчат. Зрение, простите. А ты говоришь... чтобы я суетился. Девчата, ребята, спасибо вам большое. Во-первых, я скажу, что народный хор не поет в микрофоны, если что. И очень сложно пристроиться, но вы, тем не менее, с этим справились и звучали замечательно. Мне очень понравилось. Да будет народная песня на проекте «Ну-ка, все вместе!» На 15-й секунде поднялся замечательный артист, пародист. Андрюш, спасибо вам сегодня за праздник, за эмоции. Я вот вспомнил, знаете, Масленица, когда вот, вот эта вся атмосфера, она мне сразу как-то внутри вселила праздник. Мне стало так приятно, тепло на душе. Я вот двигался, наверное, может быть, не как народник, но как мог, всей душой. Скажи моим голосом, ну-ка все вместе хором. Ну-ка все вместе хором, дорогие друзья. Я люблю вас! Давайте спросим тех, кому не понравилось выступление. Эльдар. Это не твой жанр или какая причина? Да, честно признаюсь, это совершенно не мой жанр. И мне энергетически совершенно не хватило. Простите меня. Совершенно мне не хватило. Что тут плохого в этой музыке? Ну что, Эльдар, по-моему, хана тебе. Я готов. Сейчас Надежда Крыгина тебе вцепится в волосы? Да, да. Давайте. Да. Два этажа всего надо преодолеть. Давайте дадим слово Валерии. Валерия. Во-первых, я хочу сказать, что какие вы действительно удивительные. С такими чистыми лицами, с такими улыбками, такие настоящие, такие прекрасные. Вот представляете, какая у нас молодежь. Мне хочется, чтобы вот такие коллективы как можно чаще выступали и вот опять возвращались в нашу повседневную жизнь. Я требую, чтобы на всех свадьбах, вот которые я веду, были... Ребята, ну правда, вы две посмотрите. Песни «Шарманка» и «Народные». Вы посмотрите, сколько энергии в этой музыке. Как она зажигает любой зал, как она поднимает любого, кроме некоторых. Вот. Но в целом, я хочу сказать, вот это прекрасно, что такой коллектив появился здесь. Это просто восторг, правда. Ну, Сергей, мне
немножко было однообразно. Немножко все на трех нотах всю дорогу. Да, ярко, красочно, красиво. Но у меня ощущение, что я вот на этих на уличных гуляниях, и я не очень понимаю, это уровень там профессиональный хороший, либо это просто вот какой-то сабантуй, который на улице. Смотрите, существуют разные жанры. Вот это, например, была карагодная, это песня под пляс. То есть в народе было так, что запевалась песня, там 700 куплетов, и под это происходило действо. И люди ходили по хороводу, по кругу, и танцевали, ну, собственно, и показывали себя. Хореографию, да. То есть поэтому прекрасен. У тебя, Сереж, сложилось впечатление, что это просто какое-то гуляние, это правильное впечатление. То есть ребята поэтому смогли донести сверхзадачу художественную, да? Потом не было одинаково. Сережа, для человека, который не разбирается в народной музыке, да, сложилось впечатление, что это все какое-то общее такое звучание, шарманка. Аккуратнее со словом шарманка, там мы уже посмотрели. В этой шарманке тоже есть некая такая магия, понимаете, это как транс звучит. Я поэтому и встал, потому что ему противостоять никак нельзя. На то, что было вот эта монотонность, оно вот это и подняло, собственно. Спойте, пожалуйста, акапельно, без музыки. Мне очень хочется послушать вас без музыки. Как вы поете? Они улыбаются, а я плачу. Блин, ну это круто. Блин, вообще... красивой ноте вы отправляетесь на второе место в тройку лидеров. Браво! Кто заревет? Я тоже. Я не могу. Вот это что да. Это вообще? Вот это... Просто вообще, балдыри. Невероятно, просто. Скажи. А мы, к сожалению, прощаемся с хором «Мама Мия» из города Екатеринбурга. На самом деле количество человек в коллективе практически ни на что не влияет. Гораздо важнее качество исполнения. Поэтому даже небольшой квартет может запросто переплюнуть ансамбль из 50 голосов. Ну, в вокальном смысле, конечно. Вы смотрите специальный сезон шоу «Ну-ка, все вместе хором!» Я хотел сказать, что после народного ансамбля очень сложно выходить. Потому что энергетика такая, она мне кажется, еще стоит здесь до сих пор. Они уже ушли на пьедестал. А еще энергетика этого ансамбля, она есть. И вот кто сможет вот эту... Вытеснить ее. Да, просто. Да. Потому что сейчас они все равно, вот у нас еще это да. есть. Да, скажите. Мы под впечатлением. Правда? Особенно после вот этого акапельного номера. Да, и сейчас вот выйти, какой коллектив должен выйти, чтобы это загасить? С какой песней, с какой музыкой? Господи, пошли нам академический хор. Всем привет! Мы ансамбль «Лайк» из города Новосибирск. Мы называемся «Лайк», потому что «Лайк» все любят. «Лайк» в переводе с английского — это «нравится», и мы вроде как тоже всем нравимся. Мы поем эстраду абсолютно на разных языках, в разных стилях. Также мы очень любим смешивать разные песни, там веселые, грустные, английские, русские. Фишка нашего ансамбля в том, что мы совмещаем вокал, танцы и актерское мастерство. Также мы поем и выступаем со звездами, например, с Натаном. Мы выступали с Этери Берешвили. Также мы выступали на концерте у Сергея Пенкина. Вообще, мы пришли на проект для того, чтобы показать себя, конечно же. Чтобы получить новый опыт. Зарядить зрителей и сотню яркими и классными эмоциями. Ну и победить было бы тоже очень классно. Верно. Хип-хоп входит в чат, наконец-то. Ух ты, даже парень есть. Даже будет рэп. Ой, мамочки, ну это муськи вообще. Здравствуйте, мы ансамбль «Лайк» из города Новосибирск. Сегодня мы подарим вам яркие эмоции и незабываемые впечатления. Пойте и танцуйте вместе с нами. Я готова. Саш, ты готов танцевать? Готовься, Саша, сейчас будем с тобой отплясывать. Пацан, в стойку встал. Мэн.
кажется, тяжело им будет сейчас после народных. Могу. На энергии солистки держалась все. Я один сижу, чтобы предать ему. Сидели до последнего. Энергетика вот эта просто подкупил. Ну что ж, давайте посмотрим, сколько лайков наши эксперты поставили этому коллективу из Новосибирска. Лайка. Очень хорошо. Евгения Вяткина, Женечка, очень рад тебя видеть. Взаимно, Николай. Ребята, спасибо вам большое за доставленное удовольствие. Слушайте, вы меня окунули в такие, в чувство невероятной ностальгии. А у меня было впечатление, как будто я смотрел опять мультик «Чип и Дейл спешат на помощь». Да, 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 именно так. То есть это было что-то такое невероятно милое, доброе. И, конечно, я подскочила. Уровень энергии, именно энергии доброты, он настолько зашкаливал. Спасибо большое. И, ребят, по вокалу мне очень понравилось, что вы были единой бандой. Вот вы были одним целым, и это дорогого стоит в ансамбле. Спасибо вам. Спасибо, Женечка. А вот благодаря вашему коллективу в семье Римских произошел разлад. Да, муж сидит, жена работает. Наташенька. Девчонки, во-первых, вы суперкрутые. Вы такие юные, и при этом вы такие зажигалки. Это очень сложно петь и танцевать. Вот во-первых, понимаете? Наташа, мне про парня что-то вы... скажешь? Про парня... Почему-то я на девчонок больше засмотрелась. Не знаю, странно, да? Правда, вы все как отдельные бриллиантики нанизанные. Вы такие обаятельные, очаровательные. Я вам успеха желаю только. Ну, сейчас пусть скажет. Сергей,
Ну? На мой взгляд, если коротко, да, сырмягу самую, это было немножко, ну, не в жанре, было слишком по-русски. Знаете, то есть эта музыка, вообще эта группа Spice Girls, она была про такую хулиганистость, про дерзость, понимаете, протест какой-то. А у вас вместо протеста такой, знаете, на пятерку отработать. Как по мне, это, ну, это мое субъективное ощущение. Но вы крутые, вы классные. Самое главное, у вас козырь какой, знаете, что у вас светлая энергия. Вот вы все время улыбаетесь, стоите. И парень, кстати, танцевал просто зачетно. 5 баллов. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Римский. Наш суперэксперт, который занимается с юными вокалистами. Семен Лиманов, боже мой, галстук слямзил с меня в прошлом сезоне. А что это у тебя за вот это? Не дошили? Это баска. Баска. Модно. Баска? Да, это стильно. Все около меня вертится. Дорогие эксперты, вот наша задача — обращать внимание на таких вот молодых ребят, на таких молодых девушек, которые так шикарно исполнили свою программу. Я преподаватель колледжа, и у нас в колледже еще так ребята не поют хорошо. На втором, на третьем, на четвертом уже начинается что-то вот такое вот появляться. Так что аплодисменты вам, спасибо. Спасибо, Семен. Ну что ж, Валерия. Здесь уже говорили про энергию. Ну, действительно, у вас в этом возрасте ее столько. И вам хочется ею делиться. И мы с удовольствием принимаем ее в дар от вас. И это вот, это главное, наверное, что вы сделали сегодня на сцене. Потому что выходить после потрясающего многочисленного народного коллектива, ну, правда, было невероятно сложно. Спасибо вам за праздник, который нам сегодня подарили. Спасибо вам, Валерия. А что скажет многоголосный рабовладелец Михаил Турецкий? Видна колоссальная работа. С вами работает правильный мастер. У вас великолепное многоголосие. Вы правильно съезжаете в английском языке с любого сложного словосочетания. Вы все-таки россияне, славяне. Отлично поете по-английски. Великолепно. То есть я желаю вам только одного. Держитесь вместе, и все у вас будет окей. Огромное вам спасибо. Я отвечу, как оценивать детей и взрослых. Я считаю, что оценивать их надо как взрослых, потому что они приехали на этот взрослый конкурс сами, их никто не заставлял. И я не хочу делать скидку на то, что вы просто маленькие, еще пока ночью. Не хочу. Вы приехали на взрослый конкурс, тогда терпите. Почему я не встал? Мне показалось, что было ощущение, что вы куда-то все время опаздываете. Вот вас, знаете, как вас держали, где-то держали, а потом вот выпустили, вот так вот все и пропели. Да, эта песня, по идее, должна быть такая, да, это вечеринка. Девчонки, ребята, до вас, народники, это какие-то гуляния народные, а у вас это вечеринка дома. Локальные. Локальные, такая более. Но в этом не хватало чуть-чуть вот этого правильного вайба, не тин-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 
неплохо, но по подаче звука много крикливости, мне показалось. Очень рад, что сейчас будет вот такой батл 82-82. И там молодые девчонки, и здесь ребята молодые. Вот посмотрим, кто победит. Спасибо. Ансамбль «Лайк» из Новосибирска набирает 82 голоса. Столько же, сколько Sony Sisters из Москвы. Это значит, что мы с вами, дорогие эксперты, должны определить, кто из них останется в тройке лидеров, а кто покинет этот выпуск. Как всегда, мы это сделаем с помощью тайного голосования. Но для начала давайте вспомним их выступление. На экранах Sony Sisters. Неплохо, молодцы. Кто из них? Хорошо. Сильнее? А теперь давайте вспомним, как выступил ансамбль Light. Я напомню, что каждый эксперт может отдать свой голос только за один из коллективов. За оба голосовать нельзя. Мне кажется, что они реально равны. Я прошу проголосовать тех, кто отдает свои голоса за коллектив Sony Sisters.
Голосование закрыто. А теперь я хочу попросить вас проголосовать за коллектив «Лайк». Голосование закрыто. Итак, я прошу вывести результаты голосования на экраны. Кто же останется в тройке лидеров? Это реально интересно. Сейчас узнаем. Опа! Sony Sisters остаются с нами, а ансамбль «Лайк» возвращается в Новосибирск. Браво, браво, коллектив, у вас все впереди. Вы потрясающие. Ну, жалко девочек. Ну, а те, они такие же. Им столько же лет. Те же там тоже девочки. На год старше, может. Обидно. Обидно, потому что, блин, если сравнивать девчонок, то они же ведь не вылетали вообще со сцены. Они не вылетали как артисты. Девчонки были, теперь хочется мальчишек. Мужской хор. Это то, что я жду всегда. Тебе надо замуж срочно. Всем привет! Мы представляем академический мужской хор МИФИ Национального исследовательского ядерного университета. Уникальность нашего коллектива в том, что он полностью любительский, в нем нет профессиональных вокалистов. В нем поют только студенты, сотрудники и выпускники Национального исследовательского университета МИФИ. У нас есть тенора и у нас есть басы. И это вечная борьба. Но она такая творческая борьба. Мы друг над другом подтруниваем. На ежегодных хоровых сборах всегда придумываем новые шутки. Им кажется, нет конца. Но это наша изюминка. Это позволяет нам в каждой партии становиться лучше и лучше с каждым разом. Репертуар очень обширный. Это русская народная песня. Это хоровые сочинения западных композиторов. Это спиричуэлсы, это классические произведения, духовные произведения. Наш хор выступает не только в Москве, но и в северной столице, и по всей России, и даже в Европе. Например, мы открывали генассамблею в Международном агентстве по атомной энергетике. Если мы участвуем в каких-то конкурсах, то цель — только победа. Мы всегда берем самые высокие планки. Иначе зачем участвовать? Наверное, все привыкли, что люди технических специальностей немножко зажаты и не уверены в себе, а мы как раз-таки ломаем стереотипы, и сегодня мы вам это покажем. Ой, а с ними женщина? Мать? Это руководитель, наверное. Посмотрите! Вот это, вау, вот это руководительница, да? Это королева-мать. Я такая, а тут тебя что сидишь такой? Мы такие, ой, какая руководительница. Мужской хор. Вот это интересно. Мужики одни. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Нам немного непривычно выступать перед жюри в 100 человек, потому что всегда нас на сцене стоит 100, а то и больше. Перед вами академический мужской хор МИФИ Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. В хоре поют только студенты и выпускники нашего университета. Совсем недавно мы отметили свой день рождения, 67 лет со дня основания. Ой, у моей у Любочки, ай, русая коса. Коса, жаль, жаль, жаль же мне, русая коса. Жаль, жаль, жаль же мне, русая коса. Ой, лента
лицо. Ой, лента голубая. Целовать нельзя. Ой, любить ее можно. Ой, целовать нельзя. Жаль, 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 мне целовать нельзя. Жаль, 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 мне целовать нельзя. Ой, сладкие медовые, ай, губочки у ее. Ой, сладкие медовые, ай, губочки у ее. У ее, ой, жаль, 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 мне губочки у ее. Ой, я губам прилипну. Ой, с нею и помру. Ой, я губам прилипну. Ой, с нею и помру. Помру, жаль, 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 мне с нею и помру. Жаль, 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 мне с нею и помру. Брешешь, не прилипнешь, ой, брешь, не помрешь. Ой, брешешь, не прилипнешь, ой, брешь, не помрешь, помрешь. Жаль, 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 мне брешь, не помрешь. Ребята, ну это вообще, ну это вообще! Молодцы! Ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим, сколько голосов набирает академический мужской хор МИФИ Национального исследовательского ядерного университета. Внимание на экран! ...98 голосов. Руководитель, заслуженная артистка России Надежда Малявина. Браво! 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 А между прочим, сам коллектив лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат всероссийских и международных конкурсов, чемпион всемирных хоровых игр. Браво! Мариночка, я специально попросил этот коллектив спеть песню про тебя. Один куплет вырезали. Мягкие пуховые сисечки у ней, эй! Вот поэтому два человека и сидят, потому что этот куплет-то вырезали. Ну что ж, я смотрю, Давид. Что? Но вы прямо бушуете сегодня энергией. Это праздник для телезрителей, праздник для всех, кто сегодня собрался. Меня сегодня разрывают эмоции. Вот в пятом сезоне каждый раз я вопрошал у вас, где же все наши родные русские люди. Наши с вами, Николай. Вот они все в хоре. И вот они сегодня, и я не могу сидеть, а то, что сейчас происходило на сцене, это целая феерия, это синтез жанров, это эклектика. И я каждый раз, когда наблюдаю, в голове моей зиждется мысль, что все вы являетесь представителями высокой науки, физики. Они ядерщики. И это тоже, благодаря которой мы сегодня все живем. И когда сочетается наука, культура, искусство. Мне кажется, вот шестой в хоре проглотил ядерное оружие. Вот стоит. И когда ты видишь эти открытые лица. Эти да и главное нет. Да, Давид. Открытые лица, Николай. Да. Которые не просто транслируют высокое искусство, они транслируют нам еще и театральное, актерское мастерство. Это удивительно, когда замечательные красивые глаза, ум, талант соединяются в одном номере. Огромное вам спасибо и низкий вам поклон. И я снимаю свой вопрос о том, где все наши исконные русские товарищи. Вот они. Спасибо большое телеканалу «Россия-1» за то, что у нас есть такой замечательный внеурочный сезон. Ну-ка, все вместе хором. Ну, я бы сказал, что это наш маленький ядерный реактор стены, Давид Винер. Когда на сцене столько мужчин, я не могу не спросить свободную нынче Настю Крайнову. То, что происходило сейчас на сцене, во-первых, столько мужчин. И вы знаете, поднимите это поднимите руки, кто свободен. Я... Перед этим все посмотрели на руководительницу.
И на самом деле на сцене происходил такой красивый диалог. И было и форте, было и пиано, и было начало, и было развитие. И, конечно, под руководством такой потрясающей Настя, женщины... Настя, а секси-шпекси было? Мне кажется, было все. И летели, и схватали. И когда, конечно, вы начали танцевать, но это была изюминка на этом прекрасном торте. Это было фантастически. Анжелика, Анжелика, я смотрю, ты как завороженная смотришь на всех, особенно на главного ядерщика, который в первом ряду. Мы сейчас стоим напротив второй стены, и она настолько крепкая. Руководитель, я не знаю, что сказать. Вы другие люди. Глядя на вас, хочется стать лучше. Спасибо вам за вашу эстетику, за вашу природу, за то, что вы делаете, несмотря на то, что у вас есть основная профессия, которая нам не подвластна. А вы настолько делаете то, что умеем мы здорово, что просто низкий поклон и великая благодарность. Браво, браво. Ольга, Ольга, я смотрю, так и вы думаете, как бы вы тоже смотрелись в этом коллективе, как руководитель? У меня тоже был самодеятельный коллектив. И я с ним полмира объездила. Вот вам пример такого же самодеятельного коллектива. Но вы полторы минуты раздумывали вставать. Нет, я не раздумывала. Вставать. Мне было так интересно, что они делали. Понимаете, это такая действительно эстетика. Это такой вкус. Посмотрите, как они одеты. Как вот... Маленькая часть вот этого красного платка соединяет их с руководителем. Руководитель уникальная, красивая, умная. Роскошная. И роскошная женщина, которая с потрясающим вкусом. Ведь, извините, собрать мужиков, сделать из них таких красавцев, да еще чтобы они спели так, чтобы мы здесь все подскочили, это дорогого стоит. Уважаемые, дорогие наши мужчины, мы так горды, что вы есть у нас, что такое есть в нашей стране. Огромное, большое, человеческое спасибо. Олечка, спасибо большое. А передай микрофон солисту Оптинского казачьего хора Петру Рогову. Оду руководителю воспели, а теперь я скажу про мужчин постарше. Я прям хотел бы узнать, вот как вас зовут, вот с усами вот мужчина. Володя Моргунов. Владимир. Владимир, сколько вы поете в хоре? Сколько в хоре? 78-го года, правильно? 78-го. Вот, вы понимаете, а огромная удача для нас, для всего культурного нашего пространства, что в него вот с таким чувством эстетики, юмора музыкально звучащего ворвались и покорили. Вот. Вот так. Дайте тогда микрофон Мите Венгеру. Очень интересно его мнение, почему он сидит. Правда, я не идиот. Я прекрасно понимаю, что это великолепно сделано, это суперпрофессионально спето. Мне просто не понравился выбор материала. Ну вот не знаю, почему меня это не вкатило. Может быть, я имею на это право. Не надо улюлюкать. Вот, мне хотелось классики. Люблю, когда мужской хор поет классические произведения. Вот. Спасибо большое. А вот я смотрю, с плакатом сидят академический мужской хор МИФИ. Девочки, вы откуда? Вы какое отношение имеете? Я жена одного из солистов. А, жена все-таки. А следующая? Я просто подруга. Подруга. А еще? Подруга. Подруга. А я дочь главного хормейстера. Ой, как приятно. Ну, в общем, одна жена, другие в поиске. Понятно. Скажите, пожалуйста, как вы долго поддерживаете этот хор? Буквально пару лет, но я покорена. Сегодня они просто зажгли. На самом деле, отдали все, что у них есть, всю энергию. Танцевали, как в последний раз. Спасибо вам за поддержку. Ну, вердикт нашего лидера сотни Сергея Лазарева. Вас на сцене 40 человек, да, солистов и руководитель. Если вы позовете еще остальных своих подмогу, то вы в целом можете главный приз взять силой. Потому что вас тоже 100 на 100, но вы нас явно тут 100 мужчин. Стенка нас... на стенку, так сказать. Стенка на стенку. Явно вы можете забрать этот главный приз уже без всяких соревнований. Если говорить серьезно,
то это, конечно, какой-то новый вид искусства и новая краска нашего шоу. Я безумно счастлив, что это видит телезритель, что это видим мы. А с какой долей самоиронии, юмора взрослые мужчины про эту пчелку, да? Это, вы понимаете, вот мы сейчас разговаривали, что это все заслуга руководителя, которого слушают 40, а то, я понимаю, еще и больше мужчин. 100, может, электрошокер? Да? Может, у вас какой-то, да, электрошокер есть, как вы на них действуете, я не знаю. Но это, конечно, невероятно. Ну и то, как вы исполнили. За этим хочется наблюдать, это хочется слушать, расслушивать. И причем, да, казалось бы, можно затеряться в хоре. Вот стоит группа людей, большая достаточно, и можно затеряться, можно профилонить. Никто не филонил. Все отыгрывали задачу поставленную от и до. И вот это круто. То, что вы разных возрастов, но вы действительно, как уже сказали, как единый организм. Браво, молодцы. И, на мой взгляд, безукоризненное выступление. Хор благодарит всех. Спасибо. Академический мужской хор МИФИ Национального исследовательского ядерного университета занимает первое место в тройке лидеров. А мы прощаемся с коллективом Sony Sisters. Девчонки, к сожалению, вы не попадаете сегодня. Ну, 82 баллов не хватило вам, чтобы остаться. Не расстраивайтесь, все еще впереди. Только начинается. Спасибо. Ну что ж, приглашаем вас на первое место в тройку лидеров. Под аплодисменты. Все по науке. Да, одновременно да, спустились. Да-да-да, смотри, как уходят. Четко знает, кому куда идти. По последнему хвалить первый ряд. Ждут, смотри. Ой-ой-ой, как красиво. Миш, вот это правило, настоящие правила хоровые. Вообще, мужчины не очень любят как бы женского... Да. Это тут, физики. Тут, они понимают мозгами, что это им хорошо. И это особая женщина. Мне кажется, у нее Wi-Fi с Господом Богом есть. Да, ну, характер правда, там просто... Да, это уникальная. Просто Маргарет Тэтчер такая. Вот, умница. Абсолютно вот эта железная леди. Да. Ну, классный, классный. Удовольствие. Обалдели. Люди получают удовольствие, они отдыхают. Класс, что в тройке такие разножанровые. У нас такое и народники есть, и эстрадники, и вот академическая история. Очень крутая, очень крутая. Но у нас же еще два участника. Сейчас посмотрим. Два? Может все смениться. А вот в том-то и дело. Ну, Вива мне жалко, конечно, будет, если... Да, потому что они просто другие немножечко. Да не серьезно совсем. 40 человек на сцене – это не просто самый большой коллектив за сегодня. Это рекорд нашего шоу за всю историю. Чтобы его побить, нам скоро придется вывести на сцену целую сотню. Кстати, Винер, запиши в список моих идей супер-пупер-сезон «Наука всей сотней». А мы встречаем на сцене следующий коллектив. Сегодня уже такое разнообразие было, что даже не знаешь, чего ждать. Чего еще можно ждать? Я жду мурашки. Я чувствую. Да, сейчас да, произойдет да. Эта магия. Всем привет! Мы камерный хор. Петербургские серенады. Город Пушкин. Наш коллектив возник на базе педагогического института имени Герцена. А сейчас мы стали профессиональным коллективом и базируемся в городе Пушкин. В особняке Теппера Фергюсона. Коллектив у нас довольно молодой. Возраст участников где-то от 19 до, наверное, до 30-32 лет. Наш хор поет самую разнообразную музыку. Репертуар абсолютно разный. Мы можем петь классическую музыку 18, 17, 19 века, а также музыку современных композиторов, и также музыку, которая вот-вот только написалась. Наш репертуар максимально обширен. Мы поем на разных языках. Например, на иврите. На итальянском языке. На немецком. На испанском. И на французском. Безусловно, перед каждым выступлением, как и сегодня, мы переживаем перед Ярик, своим... Ярик, какое волнение! Мы же профессионалы, у нас все получится. Соберись! Лак. Да ты так, что? Сейчас будет очень интересно. А что это? Подождите. Ух ты! Смотри. Смотрите, Ром. Вот это... Ну, это по-любому академ.
вальс, дамы и господа. Подожди, они будут сейчас играть на рюмках. Вода же в стаканах, это значит... А, сейчас будет какой-нибудь Верди. Здравствуйте. Мы камерный хор «Петербургские серенады». Город Санкт-Петербург, Пушкин. Красивая. Ну, это сейчас будет что-то нереальное, нечто невозможное. На самом деле, кажется, уже, ну все, ну чем еще можно удивить? Да ну 40 человек вышло, все, идут. Классно, что не так, что, знаешь, типа, что-то такое старое, устарелое, и там взрослые люди 60+ выходят какие-то, что... А молодежь... Самодеятельность, и то самодеятельность. Ты же понимаешь? Это шикарно. Вот что я имел в виду. В условиях добиться такого звука невозможно. Я не знаю, я вообще не понимаю. Что это было опять? Давайте посмотрим, сколько набирает голосов камерный хор «Петербургские серенады» из города Пушкин. 96 голосов. Камерное исполнение – это отдельный жанр, отдельное направление, отдельная религия. Можно так сказать. Поэтому я хочу спросить у адептов этого направления Moscow Gospel Team. Такой чистый строй. Я понимаю, какой это труд. И я стою и кайфую от того, что это настолько чисто, полетно. А как вы с динамикой работаете? Господи! А как они с бокалами работают? Аминь! Спасибо вам большое, и я вам божественное снизошло. Божественное снизошло. Снизошло? Снизошло. Спасибо. Пребывайте в этом божественном
Армен, привет. Полуфиналист 5-го сезона Армен Григорян. Как тебе это магическое исполнение? Ребят, я впервые в жизни был весь номер, который я слышал, в мурашках. С самого начала. Это у вас реально получилось волшебно. Поэтому огромное вам спасибо за это музыкальное удовольствие. И скажите, пожалуйста, а как, какой принцип, как этот звук вообще происходит? Ну как, вводишь по стакану, там воды определенное количество вода, наливаешь. Да. Это вода, не водка. Водка по-другому звучит. Коньяк еще хлеще. А это вода, чистота, энергия чистоты нам передалась. Еще чаша. Какая у вас вибрация чаши? 880. А, ну это очищение всего. Бесконечность. То есть в вашем выступлении было все. Это и профессионально, и душевно, и волшебно. В общем, да, на еще все 100. Вылечили всех. Ну что ж, я уверен, телезрители смотрели концерт победителей и финалистов. Ну-ка, все вместе видели там финалистку суперсезона и 3-го сезона. Арпи Абкарян. Твой голос был уникален и звучал так же, как они звучали вот 20 человек. Господи, Николай, для меня это огромное счастье. Это все, спасибо. Ты что, ты была потрясающе, невероятно, действительно. Обожаю, Николай, вас, обожаю. Вот для меня хоровое пение, наверное, это что-то вот то, что сегодня было от вас, потому что это были волшебные совершенно какие-то невероятные звуки, аккорды, я оценила аккорды, это были потрясающие, пока самые сложные и красивые гармонии, которые я сегодня слышала. Я хочу сказать спасибо огромное руководителю, что это было очень интеллигентно, без пафоса, скромно, но так уверенно. И парень, который бас, правильно? Отдельное вам спасибо. Очень сочно, очень густо дополняли. И вообще ребятам, молодым людям тоже отдельный респект. Спасибо большое. Спасибо. Какая речь прекрасная. Я дальше иду к нашему гению, поэту-песеннику Александр Шаганов. А я думала, я гений. Обидно. Олечка, вы гений вдвойне, потому что вы с ним стоите. Да, конечно. Саша. Ну вот все апеллировали этим понятием мурашки. После выступления этого хора давайте новую величину все-таки найдем. Как-то озноб. Озноб от выступления. И слезы на глазах. И это так по-питерски было. И мы в восторге, одним словом. Ну, а вот певица-акула. Человек, который как никто разбирается в многоголосии в хоровом исполнении. Я на самом деле, честно говоря, заворожилась абсолютно всем, что происходит. У меня дар речи вообще пропал. И я в моменте понимаю, что нужно успеть встать, поворачиваюсь и понимаю, что я уже не успеваю это сделать. Большое вам спасибо за невероятные абсолютно эмоции. И, ну да, это действительно новый уровень. У меня нет слов. Ну что ж ты не успела? Что ж ты так подвела нас? Ну, Сергей, скажите свое слово. У меня случился эффект вау. Вот у меня просто отпала челюсть. Вы вышли абсолютно уверены, и от этого было на сцене так много магии, от этого было много волшебства. Мне очень понравилось, что не было криков. Правильно Валерий говорит, чем тише ты говоришь, тем лучше тебя слушают. Да, прислушиваются. Потому что кричать действительно можно. И вот это. А здесь вот прям полное погружение в ваше выступление. Для меня спасибо. Это прям вау сегодня. Ну что ж, надеюсь, сейчас ко мне прислушается вся сотня, все зрители. Я буду говорить тихо, но зато меня услышат все. Так приятнее, когда ты разговариваешь. Камерный хор «Петербургские серенады» с результатом 96 голосов занимает 2-е место в тройке лидера. А теперь, девчонки, можно выпить. Ну, есть и грустная нотка, дорогие друзья, потому что мы прощаемся с хором Воронежского колледжа. Но вы понимаете, какой разрыв? Всего вот 2 балла. Ну что, я приглашаю 2 представителя от вашего коллектива занять 2-е место в тройке лидеров. Ну, это прям крутой, это просто концерт, крутой концерт, который вот... Ты вовлекаешься, и тебя это трогает, и каждый, да. Все разные, и тебе нравится. Впереди остался только один коллектив. Хватит ли его участникам силы, таланта, чтобы пробиться в тройку, да и хватит ли им вообще просто места на сцене, узнаем совсем скоро. А сейчас давайте выясним, что думают сами лидеры. Группа «Вива», вы, можно сказать, на самом краю, вы прошли путь.
от первой строчки до третьей. В принципе, находиться в такой обойме артистов, это уже дорогого стоит. Спасибо. Но вы волнуетесь вообще? Да мы до сих пор волнуемся, но вместе с волнением мы испытываем наслаждение от того, что происходит в этом зале, от этого сезона, от этого шоу. Это действительно впервые, наверное, когда такая палитра разных красок, и мы себя здесь чувствуем, знаете, не так, что как мы привыкли на концертах, когда выходим и слышим аплодисменты, а тут сердечко-то стучит, и конкурсанты, которые заставляют волноваться, и мы преклоняемся перед каждым коллективом, который здесь был. Отлично, браво. А что скажут петербургские серенады? Как вообще состояние? Вы потрясающе выступили, сейчас на втором месте. Я думаю, мы пока еще приходим в себя. А, да, еще не понимаете. Вы в таком же космосе, как мы от вас. Понятно. Да. И вам не важно, выиграете вы, победите, вы главное, что мы подарили праздник, праздник, поэтому... Браво, спасибо. А что скажет мужской хор МИФИ? У вас самая крепкая позиция. Сможет ли последний участник ее пошатнуть, как вы думаете? Сможет ли он набрать 100 баллов? Не знаем, совсем не знаем. Мы тоже очень... Подожди, не отвечай. Надежда Васильевна, ему можно сказать? Можно. А, все, говори. Я спросил разрешение заранее, Николай. Но я не знал, слышал этого. На самом деле, вот тут каждый сантиметр площадки, он заряжен. То есть вот тут стоишь и заряжаешься от всего, что происходит абсолютно, от сотни, от исполнителей, от зрителей. Спасибо им большое за поддержку. Чувствуется, что вы все-таки это, физики-атомщики. Дали микрофон, энергия пошла. Ну что ж, последний на сегодня коллектив уже готов спеть на сцене. Ну-ка, все вместе. Давайте посмотрим, удастся ли ему потеснить лидеров. Внимание на сцену! Но на самом деле сложилась, конечно, интрига какая-то очень неправильная. Да вообще несправедливая история. Несправедливая интрига. Конечно, жалко будет, если уйдут мальчики с третьего места сейчас. Но с другой стороны, факт. Если достойно выступят, почему не нет? Не факт. Это сейчас должны очень, так очень сильный коллектив быть. Здравствуйте, дорогие друзья. Вас приветствует камерный хор «Нижний Новгород». Изначально коллектив был непрофессиональный. Лишь в 96-м году он получил статус муниципального городского и является единственным профессиональным хоровым коллективом в городе. Мы можем исполнять различную музыку, начиная от классических произведений, реквием Моцарта, хамольная месса Баха, и заканчивая современными обработками популярных исполнителей. Хор — это вообще, в принципе, уникальный коллектив. Мы исполняем музыку на самом невероятном, уникальном музыкальном инструменте — человеческом голосе. И каждый голос, несмотря на то, что у нас есть деление на сопрано, альты, тенора, басы, каждый голос уникален. В нашем хоре есть и лирико-колоратурные сопрано, и глубокие, низкие, насыщенные, настоящие русские басы. Вообще многие коллективы рассказывают про себя, что они большая, дружная семья. Но наш коллектив действительно те самые дружные, любимые друг другом сердцу люди. Да. Мы не просто дружим. Да. И мы не просто дружим. В нашем коллективе зарождаются также и семьи. Приходят артисты хора, знакомятся, влюбляются. Потом мы все вместе отмечаем свадьбы, дни рождения. Поэтому не жизнь, а праздник. Сегодня очень хочется пожелать друг другу вдохновения и получить удовольствие от процесса. Сплоченности коллектива. Драйва. Поделиться своей энергией с сотней. И победить. Ура! Так, это смешанный хор. Так, ну что, сейчас церковная будет история? Сомневаюсь. Сомневаешься? Скорее всего, русская народная. Добрый вечер, уважаемые сотни. Меня зовут Иван Стольников. Это камерный хор «Нижний Новгород» из столицы закатов. Совсем недавно мы отпраздновали свой юбилей, полувековой юбилей. И сегодня мы для вас подготовили всем известную песню. И надеюсь, что мы ее споем вместе. Всем известную. Мне это нравится. Хорошие ребятки, воодушевленные такие. Ну, какой-то вау-эффект дайте нам.
орбитами, путями неизбитыми, прошит метеоритами простор. Оправдан ли там столько партий? Модернизации. Не понимают. Муниципальный камерный хор Нижний Новгород. Давайте посмотрим, сколько баллов вы набираете. 73 балла. Но это мало. Я могу сказать, почему на самом деле. Потому что все-таки до этого было очень такое необычное, сильное выступление. И, конечно, после этого очень тяжело выходить. Особенно все-таки с песней, которая победила на конкурсе советской песни в 83 году. Группа «Земляне», музыка Владимира Мигуля, а стихи Анатолия Поперечного. И, Вань, очень рад тебя видеть здесь. Привет. Спасибо, спасибо. Я очень хорошо знаю руководителя коллектива, замечательный человек. Мне кажется, очень это... ответственный, да. Нет, ну, дело в том, что я честно говоря, если сразу можно возьму слово, мне кажется, конкретно в этом выступлении было так много разных партий. Мне чуть-чуть, наверное, помешала музыка. Если бы вы все это сделали, потому что вы многое делали сами музыкально, и, возможно, какие-то эксперты не услышали все сложности ваших партий. Потому Полит. Что там, вот там такие контрапункты были, там такие вот друг друга... Непонятно, сколько голосов пело. Да, там столько партий было. Ну, посмотрите, что это ни одного ноты не туда. Для меня это шок, пусть, что вот такая... Пусть акапелла Вы можете акапелла спеть без сейчас музыки? Даже все то же самое, куплет-припев. Соло, ты открой уши, послушай. Вы слышите, что это не 73? Мы не можем, мы никогда не переголосовывали. Это не может быть так. Просто, ну, я не знаю. Единственное, что мы можем сделать, это после того, как мы всех прослушаем все выпуски, кого-то одного добрать, как мы обычно добираем. Помните, да? У нас есть такая как опция.
Поэтому... Ну, потом... месяц поживете в Москве. Да. То есть вы понимаете, да, что это 73 не ваши? То есть это наши глухие уши. Ну, а теперь мы спросим у тех, кто должен разбираться, но почему-то они не расслышали чего-то. Ольга возраст, Попкова. Что ли? Чего? Опять я, что ли? Да. Олечка, опять вы... затмили, Ольга. Что мне не очень понравилось? Сопрано. Вы чуть-чуть низили. Второй раз, когда вы спели акапельно, вам, видимо, лучше было слышно. И вы уже там подтянули это до нужного уровня. Да? Дальше. Мне ритмически не всегда было понятно, потому что вы не так успевали. Потому что вы двигались там тара-па-да-па-па-па-па-па. Вот эти вещи, да, они должны быть точными. Вы должны были все как один это сделать. Спасибо, Ольга, спасибо. А вот, пока вы говорили, Надежда Крыгина 5 минут возмущалась и направо, и налево. Вот что она хотела сказать? Вот я просто, ребят, вы меня... Я вас ни в коем случае не хочу обидеть. Сглазить, да? Но я удивляюсь. Прекрасный коллектив. Понимаете, они исполнили великолепно музыку. Они чисто исполнили... Давай, любимые мои физики, я тоже не хочу вас обидеть, но все-таки это повыше пчелочки будет. Вот вы меня простите, пожалуйста, за вот такую честность. Но повыше это пчелочки будет. Поэтому, ребят, ну давайте все-таки по чесноку работать. По-честному, простите. Вот Юра Романов всегда по чесноку работает. Да, Юр, вот что скажешь? Фу, я думал, мне досталось еще тут вот Надежда еще. Я его уже... Да, я столько уже выслушал, а вы-то сейчас только услышали, а я всю передачу сегодня все слушаю. Друзья мои, по-моему, вот для меня, человека, который не пропустил ни одной передачи, я участвовал во всех, сегодняшняя передача, как минимум, это просто откровение. Я в полном восторге от того, что было сегодня сделано всеми. Вы идеальный. Идеальный инструмент, который сегодня прозвучал здесь. Спасибо вам огромное. Я не знаю, чем закончится сегодняшняя история. Дракой говорит Давид Винер, да. Но в любом случае, браво вам, браво музыке и браво всем нам за сегодняшний сезон. Спасибо огромное. Виктория Кудрявцева, ну вы-то знаете, что такое хоровое пение? Да, конечно. Что такое классическое? Что вы сидите-то? Иван, конечно же, я сразу благодарю вас за проделанную огромнейшую работу с коллективом. Но у меня вот честно скажу, такой диссонанс возник, когда женские голоса вступили. Мне не хватило не то, что объема, а развития, что ли, в женской партии. И это все смотрелось, вот девочки отдельно в своих движениях. Немножко о другом, может быть, они несли, да, свою мысль нам. Мальчики чуть-чуть отдельно. И слыша предыдущий коллектив, который меня совершенно заворожил, у меня... Первый раз в жизни бегали мурашки и на затылке. И я осталась просто наедине с коллективом. Здесь я забыла... Это статическое электричество, Виктория. Да. Здесь, к сожалению, вот этого вау и вот этого эффекта от песни, мощнейшей песни, не произошло. Все, спасибо. Валерия. Друзья мои, я хочу сказать спасибо за то, что меня пригласили именно сегодня. Потому что я чувствую себя зрителем какого-то совершенно... потрясающего, уникального концерта. Каждый, кто выходит на эту сцену, имеет свое творческое лицо, коллектив имеет свои характеры. И это просто необыкновенно интересно. Вот за этим интересно очень наблюдать и растворяться в том, что мы слышим. Достойнейший из достойных. Я совершенно согласна с Сережей, что это вот оценка не соответствует вам, потому что вы абсолютно на конкурсном таком же вот уровне, как и наша троица прекрасная. Но я рада, что своим акапельным вариантом вы просто расставили все точки над «и». Да. Да. Честь, хвала вам. Продолжайте также любить музыку и нести вот это такое настоящее, светлое. И спасибо вам за этот потрясающий концерт. Спасибо. К сожалению, всего лишь 73 голоса, и муниципальный камерный хор Нижнего Новгорода покидает наш проект. Но, как сказал Сергей Лазарев, мы запомнили и, может быть, постараемся вернуть на финал. Обычно это те, из-за кого мы поругались, так что гордитесь этим. Акапельно просто блестяще все это было с этим. Ту-ту-ту-ту, трава. Ой, жалко, конечно, этих ребят.
Ну что ж, все коллективы выступили сегодня на сцене. Побывали 172 человека. Но самое интересное еще впереди. Кто из тройки лидеров попадет в финал, а кто останется ни с чем? Скоро узнаем. Это самое мощное, а теперь и самое многочисленное вокальное шоу страны. Ну-ка все вместе хором! Вот ситуация сложилась, да? Вива Вокалс, они наверняка будут петь под минус. У них все сделано, минусовка классная. А хор акапелла будет петь опять. То есть тут на самом деле уравниваются шансы. Правила нашего шоу позволяют из каждого отборочного тура взять в финал только два коллектива. Обладатели лучшего результата проходят дальше автоматически. Поздравляем сегодня, это мужской хор «Мифи». А вот петербургским серенадам и вокальной группе «Вива» придется еще раз собраться и показать все, на что они способны. Их ждет вокальная дуэль, победитель которой получает вторую путевку в финал. Предыдущие результаты дуэлянтов больше не имеют значения. Они будут заново набирать экспертные голоса. Мы начинаем финальную дуэль. Ну-ка все вместе хором. Я приглашаю на сцену вокальную группу «Вива». Удачи. Пусть галстуки не жмут. Сейчас классику будут петь, мне кажется. Да, да. Покажут уже другую свою сторону. Да. Ну, давайте, ребят, не подведите нас. Ой, как красавчики прям. Одного наказали, видите, спиной стоит, в угол поставили. На твоих ресницах иней, и часы пробили осень. Полночь скроет в небе синим рейс 15:48. Ты печаль уже не прячешь, под вуалью улыбки нежной. Улетает русский мальчик, ждет его ноябрь снежный. Поздний вечер в Саратове. Почти чужие, словно это все приснилось. В синем море ностальгией все, что было, растворилось. Почему же губы ищут на твоих губах приюта? Но из глаз беды лучистых звонко капают. Сольно! Поздний вечер в Сорренто нас погодой не балует. Вот и кончилось лето. До свидания, Италия. Мы с любовью прощаемся. Наша песня напета. И над нами склоняется. Соренто. Ну что ж, группа «Вива» набирает 86 голосов. Браво, ребята! Ну, возвращайтесь на подиум. И уступите эту сцену вашим конкурентам.
Победу вас постараются прямо сейчас вырвать петербургские серенады. Камерный хор из Пушкина. Приглашаю вас. В прошлый раз были бокалы. Что будет в этот раз, интересно? Этим трудно будет. Да, этим трудно будет. Второй раз удивить в таком жанре. Да. Удачи, всем удачи. Звучите как никогда. Я очень жду лично. Я молюсь за ребят. Слушай, ну они тоже классные. Конечно. Зажгите, пожалуйста. Последний момент. Ну что, можно сказать, просто на кончике дирижерских пальцев вы вырвали эти два голоса. 88 баллов. Камерный хор «Петербургские серенады» становится вторым финалистом этого отборочного тура. Поздравляю вас. Приглашаю на сцену также финалистов Академический хор МИФИ Национального исследовательского ядерного университета из Москвы. Наши аплодисменты коллектива «Вива». Ребята, вы уже давно, как говорится, в материале и востребованы, и популярны. Для вас, мне кажется, это был прекрасный опыт и заодно огромное количество телезрителей
еще раз познакомились с вашими невероятными талантами и творческой слаженностью. Сергей, приглашаю тебя к нам. Все удивили. Подняли настроение. Прям вообще, я побывала на хорошем хоровом концерте. Дорогие друзья, я поздравляю всех. Мы добились прекрасного результата. Еще два замечательных коллектива стали финалистами нашего специального сезона. Сергей, скажи, вот оттуда сверху из сотни все выглядит настолько же, ну, шикарно, достойно, потрясно. Как тебе отборочный тур? Потрясающе выглядит. На самом деле, бытует мнение, что в хоре петь легче, чем сольно, потому что можно спрятаться и не так сильно слышны ошибки. На самом деле, это не так. Чем больше людей поет, тем больше шансов на ошибку. Но сегодняшние наши финалисты ошибок не допускали, поэтому они в финале. Спасибо, сотня! Вы потрясающие! А я хочу сказать нашему специальному гостю, Валерии, огромное спасибо за то, что сегодня была с нами и подарила нам не только свое творчество, спасибо, но и свое сердце, свою душу. Любим, обожаем. Спасибо. Дорогие друзья, в этом сезоне, специальном сезоне, выходят на сцену только многочисленные коллективы. А значит, смотреть шоу тоже нужно большой компанией. Присоединяйтесь через неделю к самому масштабному сезону супершоу «Ну-ка, все вместе хором!» Коллективов. Это будет просто невероятно. Я вам это